соперник 70 килограмм, 108 сантиметров рост. Команда GSC, возраст 24 года. Его тренер Тиллабой Бахадер. Боец из Узбекистана Азимов Джасур. Азимов Джасур, желтая карточка, перевес. Бойцы на середину. Слушаю тебя, команда. Запущен удар не бьем. Сетка с шорта, перчатки не хватаем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Пожалейте друг друга. Пойдите по углам. Удачи бойцам. Даня, минута. Минута Başka çıkar kavayı mı? En bak kavayı. Al da. Al da koy.
Конец первого раунда. Второй раунд, поехали! Бойцы в стойку! Очень активно бьется Данияр. Ну и Джасур защищается очень хорошо. Конец второго раунда! Начало финального третьего раунда! Чарчады, давай! Эти бутса тахап тұрып кере! Чарчады, тахап тұрып кере! Кер, сен де ветят болды! Бакой ойды бері тұрып кере! Ой, красава! Ой, не дайынды бері! Ой, красава! Бакой ойды бері! Бакой ойды бері!
Бойцы в стойку! Конец финального третьего раунда. Оба бойца бились до конца. На награждение приглашается вице-президент GFC Джаш Куч Маматов Руслан. Бойцы на середину. Самое время услышать решение наших судей. После них готовятся Заирбек Улу Эрзат и его соперник Абдуганиев Сражедин. Дорогие друзья, мы очень близки к супербоям. Супербои. Дорогие друзья, раздельным решением судей победу одержал боец в синем углу Кыргызстан Чумабаев Данияр.
вице-президент GFC Джаш Куч Маматов Руслан, ваши аплодисменты. Слово победителю. Салам алейкум, Карасу. Бүгүн менин жеңишим ушу элибиз үчүн. Дайым Кыргызстандын желегин көтөргөнгө аракет кылабыз. Чоң рахмат ушунча келип колдоп бергениңиздерге, чоң рахмат. Ушундай эле менин бир тууган агам Кылычбек Саркарбаевга дагы чоң рахмат. Ушунча даражага жеткирген Алтынбек Мамашев агабызга дагы чоң рахмат. Нурлан агай, сизге дагы чоң рахмат. Ушунча даярдап келген. Атын атап кетсек жаман көп. Чоң рахмат баардыгыңарга.